Может ли ежедневная рутина превратиться в искусство? Может, если речь идет об искусстве чистки зубов. О том, какие традиции ухода за полостью рта бытуют в разных странах и какое отношение к ним имеет Faberlic, мы поговорим с руководителем категории «Персональная гигиена» Еленой Мироновой. Лена, здравствуй. Катя, привет. Друзья, добрый день. Чтобы рассказать о новинках нашей категории Oral Care и в целом напомнить о том, какие серии по уходу за полостью рта есть у Faberlic, действительно, нужно немножко больше узнать о культуре чистки зубов в разных странах. И начать я хочу с Хамигаки, нашей новой японской серии зубных паст, которая стартует в 6-м каталоге, где мы представляем инновации и тренды. Серия Хамигаки вдохновлена японской системой ухода за зубами, которая так и называется Хамигаки. Это настоящее искусство чистки зубов, часть культурной традиции страны восходящего солнца. Привычку прививают с самого детства. Как же это выглядит на практике? Родители учат малышей чистить зубы с самого нежного возраста. Японцы считают, что этот ритуал укрепляет не только зубы, но и внутрисемейные отношения. В детском саду, а позже в школе, дети под веселые обучающие песенки дружно чистят зубы после завтрака, обеда и полдника. Так хамигаки становится нормой для каждого японца. После каждого приема пищи они обязательно чистят зубы. И у каждого из них всегда при себе есть щетка и паста. А иногда и ополаскиватель для полости рта, и специальные леденцы, освежающие дыхание. Раз в полгода жителям Японии по почте приходит извещение, что пора записаться к стоматологу на чекап полости рта. И насколько полезна такая традиция для зубов? Правила хамигаки позволяют сохранить здоровые зубы и десна до старости. И, возможно, именно искусство хамигаки – одна из причин удивительного долголетия японцев и минимальной заболеваемости сердечно-сосудистой системы. Современные исследования доказывают, что риск развития сердечных патологий часто связан с плохим состоянием зубов, заболеваниями десен и инфекциями полости рта. Каким полезным, оказывается, может быть искусство? И вдохновляющим. Погрузившись в искусство чистки зубов по-японски, мы создали новую серию хамигаки. Она содержит традиционные японские ингредиенты и следует японским ценностям. Представляем 4 пасты. Комплексный уход с сакурой, защита от кариеса с розовой солью, отбеливание и увлажнение с матчей, японским зеленым чаем, здоровье десен с женьшенем. Позже к ним добавится еще одна паста с золотом, максимальное отбеливание 24 карата. Все продукты серии содержат экстракт мукуросси и комплекс природных энзимов. Думаю, что экстракт мукуросси знаком далеко не всем зрителям. Расскажем о нем поподробнее. Мукуросси, или мыльный орех, это вечно зеленое тропическое дерево. Это традиционный японский ингредиент, обладающий мощным антимикробным эффектом и отличными пенящимися свойствами. Семена мукуросси с древних времен использовались как заменитель мыла, даже для бережной очистки жемчужин. А недавно японские ученые доказали, что экстракт мукуросси эффективно противостоит грибкам, вызывающим заболевания слизистой полости рта и пародонтоз. В нашей инновационной формуле экстракт мукуросси дополнен комплексом природных энзимов, которые эффективно устраняют зубной налет и препятствуют его образованию. Да, в каждом регионе мира существовали свои традиции и правила ухода за полостью рта. Так, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, широко используется мисвак. Так называется палочка, сделанная из веток и корней дерева арак, которую разжевывают используют вместо традиционной зубной щетки. Мисвак – это тоже часть древней культурной традиции. Ты права. Мисвак для ухода за зубами используется около 5000 лет. Он был найден в египетских гробницах. Он упоминается в Коране и других мусульманских трактатах. В наши дни мисвак тоже очень популярен. Во-первых,
– это 100% натуральный продукт. Во-вторых, он содержит огромное количество биоактивных веществ – танин, флавоноиды, сапонин, витамин С, фтор и кремний. Все эти вещества препятствуют возникновению кариеса, борются с бактериями, удаляют зубной налет и освежают дыхание. Мисвак рекомендован к использованию Всемирной организацией здравоохранения. И мы ввели экстракт мисвака в нашу новую зубную пасту «Мисвак и мята» для профилактики заболеваний зубов и десен. В состав пасты входят мисвак и бадан, которые укрепляют десны, предотвращают кариес, устраняют запах изо рта. Также паста содержит эфирное масло эвкалипта и листьев корицы, которые обладают антибактериальным действием. Паста «Мисвак мята» войдет в серию кислородных профилактических паст «Faberlic». Все пасты обладают комплексным эффектом, при этом каждый имеет дополнительное действие. Так паста «Лечебные травы» оказывает укрепляющее действие. Экстрасвежесть дарит свежесть дыхания на весь день. Паста «Живица кедра» предотвращает кариес, а мягкое отбеливание обладает бережным отбеливающим эффектом. В перспективе эту серию ждет еще одно обновление. Все пасты из текущей упаковки 75 мл будут переведены в Excel-формат 100 мл. Таким образом, цена за 1 мл зубной пасты станет еще привлекательнее. Итак, из Японии с ее традицией чистки зубов хамигаки мы плавно переместились в Азию и рассказали о том, что там уход за зубами тоже является частью культурного наследия. Но в России ведь тоже богатая традиция сохранения чистоты, здоровья и красоты зубов. На Руси наши предки тоже жевали палочки кустарников и травинки, похожие на мисвак. При Иване Грозном зубы чистили углем и золой. Петр I ввел моду чистить зубы мелом. А вместо жвачки жевали живицу, смолу хвойных деревьев. Сейчас, конечно же, наука шагнула вперед и использует самые современные разработки в профилактике заболеваний зубов. Не случайно у нас есть целая серия зубных паст «Нюки», девиз которой «Чистим зубы по науке». Да, собственная разработка компании Faberlic «Нюки технология» способствует восстановлению эмали зубов. Активные компоненты встраиваются в структуру эмали и укрепляют ее, а также поддерживают оптимальный баланс микробиома полости рта. Кстати, в этой серии тоже есть пополнение. В третьем каталоге мы представляем новинку – пасту «Комплексная защита» с ярким вкусом манго. Масло манго богато микроэлементами и благотворно влияет на микрофлору полости рта. Фторитеоны предохраняют зубы от кариеса, а аллантоин способствует активному заживлению и укреплению десен. Эта паста удачно дополнила текущий ассортимент серии. Пасты «Отбеливание» и «Детокс» с черным углем, «Здоровье десен» с дыней и мятой, «Отбеливание для чувствительных зубов» с кокосом и пасту «От налета» и «Зубного камня» с экстрактом клюквы. Вы часто пишете нам, что вкусные зубные пасты «Нюки» обожают и дети, и взрослые. Но для самых маленьких в серии «Ума» у нас есть теперь специальные детские пасты. Этих новинок очень ждали все родители. В третьем каталоге появилась зубная паста без фтора, а следом появится зубная паста для детей 6+, со фтором. Также вы часто спрашиваете нас про необходимость фтора в детских зубных пастах. Стоматологи считают, что малышам до 6 лет достаточно его природного источника, то есть фтора, который они получают из пищи и воды. Поэтому наша паста для детей 3+, не содержит фтора, а для детей от 6 лет содержит. Он укрепляет эмаль зубов. Обе пасты с бережными формулами и вкусными ароматами. Зубную пасту с бананом для самых маленьких входят экстракты опунции и листьев оливы. Они защищают слизистую полость рта и успокаивают десны. А в зубной пасте для детей постарше с ароматом апельсина содержится аллантоин – природный антиоксидант, который укрепляет десны и способствует заживлению микротравм.
Лена, а какие ингредиенты в зубных пастах самые популярные? Убедительным ответом на этот вопрос стала наша новая серия «Суперхит», которая родилась в соавторстве с нашими лидерами и консультантами. Именно вы выбрали два самых любимых ингредиента, которые вошли в формулы зубных паст нового проекта. И это кальций и прополис. Прополис издавна считается одним из самых действенных средств для борьбы с различными стоматологическими заболеваниями. Пчелы используют его для дезинфекции восковых ячеек сот, а в составе зубной пасты он защищает десны и зубы, уменьшает зубной налет, помогает бороться с воспалениями. В нашем проекте мы использовали алтайский прополис, произведенный из древесных смол и восков, обогащенный витаминами, минералами и аминокислотами. Вторым победителем нашего народного голосования стал кальций. Это фундаментальный элемент, необходимый для красивой улыбки. Два вида биодоступного кальция, входящие в состав пасты, объединяют пользу природы и инновации науки, помогая поддерживать здоровое состояние зубов. Они восстанавливают и укрепляют эмаль, не дают развиваться кариесу и гиперчувствительности зубов. Я думаю, в контексте темы нашего форума «Инновации и тренды» было бы странно делить ингредиенты на традиционные и инновационные. Центр научных разработок Faberlic совместно с всемирно известными научными лабораториями и исследовательскими институтами разрабатывает собственные эффективные формулы, используя удивительную синергию природы и науки. Соглашусь. И это делает компанию Faberlic настоящим экспертом в области ухода за зубами. Доказательство этому – наша уникальная серия «Эксперт Фарма», которая создана для направленного решения конкретных задач. Например, наша новинка, которая появилась во втором каталоге – ночная сыворотка для отбеливания зубов. Отбеливающий комплекс содержит два ключевых компонента. Тетранатрий перфосфат замедляет скорость образования зубного налета и предотвращает его отвердение, а пищевой полимер покрывает зубы пленкой, препятствуя прикреплению бактерий. Сыворотку лучше использовать каждый вечер на протяжении минимум месяца. После чистки зубов втирайте в зубы и оставьте оно всю ночь. Пока вы спите, эмаль восстанавливается, микротрещинки заполняются, а дыхание становится более свежим. Она прекрасно дополняет концентрированную отбеливающую зубную пасту White Freeze. Также в серии Expert Pharma у нас есть еще одна концентрированная зубная паста. Многолетний лидер продаж. Лена, расскажи о ней тоже поподробнее. Это концентрированная зубная паста плюс 200%. Один тюбик заменит три обычных. Это очень экономный расход. Нужно отметить, что все зубные пасты Expert Pharma содержат инновационные активные ингредиенты в высокой концентрации и обладают особой эффективностью. Они нацелены на решение определенных проблем полости рта. Удаление зубного налета, профилактики кариеса, поддержки здоровья десен, снижение чувствительности эмали или отбеливания. Как вы видите, ассортимент наших паст действительно очень обширен. И чтобы наши консультанты всегда имели под рукой удобный инструмент навигации, мы подготовили гид по категории Oral Care, скачать который вы можете прямо сейчас под нашей трансляцией. Лена, спасибо тебе за анонс. Дорогие зрители, а я в свою очередь рада сообщить. По вашим многочисленным просьбам, команда департамента «Кислородная косметика» готовят удобные инструменты навигации по продуктам и сериям и других категорий департамента, а это категории и персональной гигиены, и уход за кожей, уход за волосами, краски для волос и многие другие. Не пропустите! Ну и резюмируя наш диалог, спешу отметить, мы собрали самые инновационные разработки, изучили культурные традиции ухода за зубами со всех уголков света, дополнили классические средства для ухода за полостью рта специальными, например, ополаскивателями и зубными нитями,
прислушались к вашим пожеланиям и создали и продолжаем создавать самые лучшие продукты для ухода за полостью рта. В ассортиментном портфеле Faberlic вы найдете все, чтобы чистить зубы с удовольствием и получать видимый результат. Здоровые, крепкие зубы и белоснежную улыбку. И это важно, поскольку по оценкам Всемирной ассамблеи здравоохранения сейчас в мире более 2 миллиарда взрослых и 500 000 детей страдают от кариеса, который может стать причиной других проблем со здоровьем. Чтобы выйти из группы риска, возведите привычку чистить зубы в искусство, подобное хамигаке, и улыбайтесь чаще.